Добрый день, дорогие друзья, я рад вас приветствовать на моем канале. И мы продолжаем играть в Building & Co. И продолжаем строить полицейский участок. У нас получается, мы подвал с вами уже сделали, да, он у нас готов. И мы уже начинаем строить второй. Ну, вернее, наоборот, это первый, да, получается, этаж, а не второй. Ну, как бы своего рода и второй, можно так сказать. Так, пока я вижу, что материала хватает, всего хватает, давайте мы, наверное, ускоримся. Пускай они быстренько это все дело начинают строить. Так. Хорошо. Мусор у нас... Есть свободные контейнеры, так. И нам не хватило готовых деталей. Я думаю, что мы больше закажем, чем нужно. Давайте... Так. Ну, давайте пока две машины. Начнем. Надеюсь, привезут они. Да, привезли. Так, две машины. Хорошо. Так, и надо сразу... отказать, да? Чтобы нам не привезли еще потом. Хотя, я думаю, можно было и три заказать. Ну ладно. Неважно. Потом закажем еще. Будем смотреть, как у нас по этому. По ходу строительства, да? Так, так. Еще все устанавливают. Хорошо. Так. Главное, что все работают. Немножко бетон у нас засохло, да? Ну, это не страшно. Так, все. Нам надо засыпать наш котлован. Где наши эти экскаваторщики? Так, все, поехал засыпать. Ускоряемся. И тогда уже с полной уверенностью можно сказать, что у нас подвал точно готов, да? Так, хорошо. Ну вот я думаю, что это, может и не хватит даже грунта. Что-то мне не знаю. Смутные сомнения по этому поводу. Ну да ладно. Если что, закажем. В принципе, он там грунт не так и дорого стоит, как бы. Там проблем привезти его нету, да? Главное, пока эти работают, да, то остальная бригада стоит и наблюдает, как это все происходит. Так, ну нам ничего не остается, как только ждать. Потому что в данный момент мы ничего сделать не можем. Ускорить процесс не можем. Так. Ну, все, почти уже засыпали. Котлован наш. Не, грунт останется даже, еще с лихвой останется. Так что все нормально. Так. Хорошо. Все, кладут сейчас эти трубы и так далее и тому подобное. Так, нам надо как-то пошевелить, я помню. У нас глюк какой-то был. Или что-то кого-то переместить. Нет? Так. Все, подвели коммуникации. Так, хорошо. Все, отлично. Пошла стройка дальше. И мы, в принципе, можем попрощаться с нашими бульдозером, экскаватором, да, самосвалом.
И, соответственно, и бригадой водителей. Простите, пацаны. Вы свою миссию выполнили. Так, и продолжаем стройку. Ставят леса. Что-то у нас подвис этот. Товарищ застрял в мусорном баке. Так, обложили кирпичом. Не хватает людей. Давайте все дуйте туда. Будете, если что, мусор убирать. Так, несчастный случай. Так, хорошо. Поставили уже окна. Уже окна стоят. Так. Ну и все, пошли уже внутренние, да? Внутренние стены. И уже начали вырисовываться комнаты, да? Как это будет все выглядеть. Так, что застряли? Чё стоим? Что, все это самое, что ли? У всех несчастный случай там резко. Так, это нам... Что ли, еще нанять бригаду одну? Давайте, у нас красных нету теперь. Будет у нас еще женская бригада. Чё такая-то недовольна-то? Ты же бригадир, ё-моё. Радуйся. Так. Три женщины. Стахановцы. Я думаю, что нам надо будет и отделочников взять потом еще бригаду. Ну, посмотрим, как они будут справляться, да? Так, а что, мы можем уже начать второй этаж? Да, можем. Чё мы тупим? Давайте-ка наверх. Ветровые связи нужны. Две тысячи. Так. Тысяча. Две. 2500. Дальше. Все, пока. Не хватает еще. Не хватает утеплителя. Я не могу попасть на него что-то. Но... Ладно, так найдем. Где наш утеплитель? 900. Ну, утеплителя надо, у нас еще крыша будет, да, поэтому я думаю, минимум две мы закажем машины. Так, ветровых связей опять не хватает. Так, 1000, да? Убираем это все нафиг. Так, у нас проблема на первом этаже. Что за проблема? Тоже ветровых нет. Да что ты будешь делать? Нате вам две машины. Сказывайте уже. Все. На первом работа пошла. Так, хорошо. Здесь вроде бы тоже все отлично. Хорошо. А, так это у нас уже крыша получается. Отлично. Это отлично. Так. Сейчас мы доделаем уже. У нас легенький какой-то участок получился, полицейский. Простенький. Так, нам нужен инженер. Где он? Идите сюда, вдвоем. Так, нам не хватает материала для пола, да? Так, давайте мы закажем 2000. Я думаю, что нам еще туда надо будет материал. Поэтому мы три машины закажем. Так. В принципе, я думаю, можно...
уже убирать. Так, у нас на первом этаже тоже беда. Обоев нету. Отлично. Так, и обои, да? 20 тысяч пока. Там посмотрим. Ждем поставку. Так, обои привезли. Хорошо. Хорошо, так. Все, пускай работают. Ну, крышу они уже почти закончили, да? Тут уже чуть-чуть осталось. Несчастный случай. Так. Все, крыша готова. Проблема теперь у нас опять на первом. Не хватает нам ковровых покрытий, да? Две машины. А что еще надо было что-то? Чего-то еще не хватает. Опять обоев не хватает. Ну. Не хочет что-то. Ладно, будем вручную. Так, где наши обои? Обои. Одну машину. Хорошо. Так, уже снимают леса. Отлично. Ковровы привезли, обои привезли. Все. Надеюсь, им должно хватить уже на все. Сейчас мы отменим заказ. Хорошо. Несчастный случай. В принципе, я думаю, что... Хотя ладно, не будем мы пока инженеров этих и строителей увольнять, да? Мало ли что не хватит. Я вижу, что арматуры у нас много осталось. Там много материала осталось. Чё стоим? Все пострадали, да? Молодцы. Так, короче, баб увольняем. Где отделочники? А то мы так будем долго ждать, чувствую. Вот, будешь ты и ты. Вдвоем. Как бы вам весело должно быть, вы должны радоваться. Бригада из двух человек, ё-моё. Так, это красные ж у нас были, да? Так, сейчас они быстренько все тут. Несчастный случай. Ну, вот интересно было посмотреть, когда мебель уже будет стоять, да? Как это здание будет выглядеть. Так, ну все. Здание готово наше. Забирают кран. Такой вот небольшенький участок у нас, маленький получился, да? Задание было интересно тем, что... сам участок, он был такой буквы Г, да? Вот. И уже было, как бы, надо было подстраиваться, да? Выбирать зону именно для крана и так далее. Вот. Но, тем не менее, мы справились. Вот, я считаю, что все у нас получилось. Тачку забыли. Ну, ладно. Вот такое вот маленькое зданице у нас получилось. Так. Ну и теперь, как обычно, да, мы должны все это дело украсить. Украсить травкой. Травушкой-муравушкой. Так. Будет дорожка такая идти у нас. Двор. Блин, коряво. Ну ладно. Потом поправим. Так. Кустов каких-нибудь надо посадить. Так. Тут травушка. Подрежем. О! Красота, ё-моё. Так. Еще кустики. И вот таких вот еще посадим. Хотелось бы дерево, конечно, все-таки.
какой-нибудь. Опа. Ладно, мы там травушку-муравушку посадим. И посадим опять дерево, да? Так, это двор. Где дерево? Нет, здоровое. А, ну сюда можно, кстати. Вот так, вот такое здоровое туда. Лупанем. Так. Здесь тоже такое вот деревце. А, ну нормально. Пойдет для полиции. Я думаю, они не обидятся. Они потом сами досадят, что им надо. Так, давайте заканчивать будем и смотрим, что нам скажет заказчик. Заказчик удовлетворен проектом. Вы получаете 300 очков предприятия. Ну, 300 это что-то вообще мало. Удовлетворенность заказчика плюс 3. А почему же он не удовлетворен-то, а? Что ж ему не так? Срок сдачи, что ли? Да, мы затянули. Смотрите, мы чуть успели, да? На время давали 120 дней, а мы 103 дня. Мы могли провалить вообще заказ. Так что чем дальше, тем сложнее будет. Все, сдаем работу. И следующее у нас здание будет. Большое жилое здание. Так. А грунт? А что такой маленький грунт? 80 на 80. Так, большое жилое здание. И у нас будет сколько? 1,5 миллиона нам дадут. Ничего себе. Срок сдачи 180 дней на большое здание. Ужас. Вот. Но на этом мы будем заканчивать. Большое жилое здание мы будем строить в следующей серии. А я говорю спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!